Ай, как это он ругается при детях? Как я ругаюсь? Если я так разговариваю. Нет, я всегда говорю, мат – это кратчайшее выражение своих мыслей в доходчивой форме, да? Вот если человек тебе надоел, скажет, уважаемый, ваше присутствие здесь нежелательно, да? Вы действуете на веру. Я скажу, заебал ты меня, иди нахуй. Ну так и доходчивый, быстрее.